В 2023 году в Ульяновской области отремонтировали более 500 километров автомобильных дорог. Из них более 300 километров муниципального значения. Цифры озвучили в Министерстве транспорта. Основные работы были выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По нему было отремонтировано 68 объектов. Это почти в два раза больше, чем за 2022 год. В рамках национального проекта мы также проводили работы непосредственно в областном центре. Нам удалось отремонтировать более 6,5 километров. Это 10 объектов улично-дорожной сети города Ульяновска. На чем мы основываемся при планировании дорожных работ? Это, безусловно, поручение президента нашей страны. Это показатели национального проекта. Это приведение в нормативное состояние опорной сети, которая связывает субъекты Российской Федерации между собой, а именно областные центры. Таким образом, более 50% обновленных участков являются частью региональной опорной сети. В нормативное состояние привели дороги, по которым проходят школьные маршруты или которые ведут к медучреждениям. Так, в Кузоватовском районе отремонтировали 5-километровый участок трассы Безводовка – Малое Борло. На участке восстановили съезды и обочины, нанесли дорожную разметку, обустроили 4 остановки. В Ульяновском районе отремонтирован 3-километровый участок дороги, ведущий к санаторию имени Ленина в Ундорах. Мы продолжаем ремонт мостовых сооружений в рамках национального проекта. Как вы знаете, этот показатель был введен в прошлом году. 317 погонных метров мы должны были отремонтировать. Эти работы мы уже завершили. 10 мостовых переходов функционируют на территории нашего региона. Это, как известно, в Радищевском районе мост еще 1980-х годов постройки был в очень неудовлетворительном состоянии. Мы его полностью реконструировали, ввели в эксплуатацию на сегодняшний день. Кроме ремонта самого дорожного полотна, подрядчики занимались обустройством наружного освещения. Теперь 21 транзитный участок региона полностью освещен. Кроме этого, на дорогах заменили более 800 знаков и установили барьерное ограждение на обочинах. На сегодняшний день Ульяновская область занимает 6-е место в рейтинге субъектов России по количеству снижения погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году перед ведомством стоит задача не снижать темпы ремонта. В планах также ремонт около 500 километров дорог. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.